Всем привет, играем в Фазмофобию, Соло Профит Энглвуд, любименький наш малюсенький домичек. Майкл Андерсон у нас, паранормальное явление, распятие и датчик движения. В принципе, ничего сложного. Самое сложное, я вот уже не первый раз убеждаюсь в том, что цель с паранормальным явлением, зачастую в доме с призраками, хотя казалось бы, становится самой сложной, потому что... Игра не считает охоту автоматически паранормальным явлением. Видимо, она считает, в смысле игра, что это слишком нечестно. Что вам можно просто не выполнять эту цель. В принципе, вы можете просто дождаться охоты и сидите себе такой, почиваете на лаврах. Игре это не нравится. Она говорит, нет, охота это не паранормально. Если бы вот ты, например, увидел призрака, он стоит, трясется, стрекочет. Это паранормально, вопросов нет, получи медаль. Но охота, или там, например, когда у тебя на глазах убили твоего товарища, призрак убил. Это все ерунда. Это все цветочки, это все нам не нужно, не интересно. Ну, как бы... У игры свои законы, мы обязаны под них подстраиваться, если мы хотим играть в эту игру. Поэтому очень часто бывает так, что цель с паранормальным явлением остается невыполненной прям до самых поздних этапов игры. А может вообще остаться невыполненной в принципе. Потому что некоторые призраки, вот они появляются, им классно, они стоят, что-то там стрекочут. У тебя над ухом все хорошо. Здесь что ли детская? Опа, медведь упал. Что тут у вас происходит? Ты здесь? Дай мне знак. Ты злишься? Ага, понятно. Пять, восемь, три, семь. Это что, минусовушка или что? Так, ладно, подождем. В общем, некоторые призраки не спешат являть себя народу, что может вызвать трудности с выполнением цели заметить хоть какое-то паранормальное явление. Ух ты ж, нифига себе психанул. Это когда он, видимо, кинул медведя. Давайте сразу кинем распятие, что обезопасим себя без проблем. Есть у меня сомнения насчет того... Детская ли это? Или все-таки, например... ванная. Ну, наверное, детская. Наверное, детская. Дай сюда. Здесь что-нибудь упало? Он детский холоднее всего. Он, конечно, пошел гулять. Пойдемте накидаем все в детскую, если что, перетащим в коридор. Ага, датчик сработал. Отлично, отлично. И это нам на руку. Ходит он там, значит, он ходит в детской. Это хорошо. Как он вообще дернул ручку шкафа, вот этого непонятно. Очень как-то быстро выбежал, дернул, убежал обратно. Вероятно. Свет тут сам выключается. Или это я выключаю, когда выхожу и забываю? Что скажете? По отпечаточкам. О, отпечаточки. Ты посмотри-ка. Отпечаточные отпечатки. Так, это получается у нас мираж дух полтергейст. А что там по доске Уиджи? Ничего, ясненько.
Так, ну давайте арбуз смотреть. Был такой скачок, что было похоже на полтора. И это он и есть. Отлично, это полтергейст. Тогда получается, что нам нужно все еще стать свидетелем паранормального явления и использовать распятие. Распятие, да, я думаю... А Константин, кстати, где? Константин, где? Константина нету. Буду выбрасывать все здесь. Нам придется провести здесь немало времени, так что давайте подготовимся, зажжем свечи. Возьмем еще одно распятие, сделаем, в общем, наше пребывание в этом доме незабываемым. Хватит ли того распятия на всю комнату? Да, наверное, хватит. Да, наверное, хватит. Ну, в принципе, давай как-нибудь их раскидаем вот так. Свечки же нам будут сохранять рассудок, да? А нам это по-хорошему не надо. Но мне почему-то хочется сделать красиво. Где Константин? Алло! Игра! Сейчас пойдем еще раз. Сейчас пойдем все искать. Пойдем все искать, пойдем разряжаться, фоткать паранормальные явления, вот это все. Можно, в принципе, медведя, наверное, заставить этими штуками. Этими штуками, так и называю, свечи. Может быть, кстати, Полтер-то психанет и сделает нам тут классный кидок, чтобы все разлетелось. Мы ему кота кинем. Туфлю. Спросим, не мужик ли он. Это мы так на стримах провоцировали какого-то призрака, и он стригерился. Возможно, его стригерила туфля, возможно, фотка с котом, и, возможно, фраза «мужик ты или нет». Но мы решили, что он среагировал на комбо из этих трех факторов. Поэтому, скорее всего, эту методику можно будет применять и далее. Чё, мне свечку-то не поджёг? Ага, очень красиво. Ну нет, не надо тогда. Я хотел красиво кинуть, а красиво не получилось. Давай вот сюда кинем, мне так как-то спокойнее. Ну, красота, да и только. Так, фонарь, это чё за фонарь? Это вот этот фонарь. Обратите внимание, кстати, нету отпечатка на двери, который, типа, он живет. Вот с этой стороны есть, с внутренней нет. Но я первым увидела вот этот отпечаток. Вот, кстати, здесь есть. Мне кажется, я только что смотрела, его не было. Возможно, его выбесил медведь. Он пошел посмотреть и случайно ладошкой задел. Ну, это мы видели, что он трогал. Тут не успел еще наследить. Хорошо, ладно, допустим. Я думаю, что он тут еще будет трогать вот эти двери, скорее всего. Поэтому мы пока это оставим. Нам нужен фонарь, нам нужен вот этот фотик. И мы с вами идем смотреть Константина.
Поскольку уезжать без Константина, если честно, неохота. Если можно уехать с Константином, там за него дают-то баксов 30. Без Константина сразу наше маленькое путешествие становится немножко неоправданным. Чё ты там открыл? В шкафах не может быть Константина? Ну, кстати, тут не особо бесится. Вон он там свечки задувает, но ничего не раскидывает. Нет, не раскидывает. А вот еще, кстати, две свечки. Я про них и позабыла. Интересно. Так как мы ждем атаку, мы, в принципе, можем себе позволить бродить по дому. Можем даже бродить по дому в темноте. Так, давайте еще раз посмотрим подвал. Потому что площадя здесь большие. И что-нибудь пропустить, как нефиг нафиг. Блин, мне показалось, что это была кость, а это была не кость. Гараж, может быть. Костя, Костя, где же ты? Найдись. Под столом вроде нет. На столе вроде нет. Тут вроде нигде не лежит. Может, правда утонула где-нибудь в текстурине? Призрак подтверждает мои слова. Кажется. Ну, нету Кости. Ну, я все обошла. Ну. Ящики на кухне я не буду открывать. Хорошо, давайте открывать. Кого-нибудь вообще где попадался когда-нибудь Константин в этих ящиках? Дайте знать. Зачем людям так много ящиков? Ох, нифига себе, тут прям с мойкой. Ничего себе. Ох уж эти флипперовские ящики. Точнее, не флипперовские, а юнитивские. О, еще здесь. Подожди, Полтер, я тут ищу кость. Еще верхний, еще, конечно, да? Ага. Давай. Ага. Нет. Так кухня выглядит гораздо лучше. Так, это что же можно все открыть, да? Ага. Нету. Картина упала, нифига себе. Нету Кости. Костя утерян. Утерян в веках. Я бы могла бы сказать, что мы будем его помнить, но трудно помнить того, кого не знаешь совсем. Нифига себе, он все свечки потушил. Или они сами потухли от старости.
Я вот думаю, логовушку взять. Не будет ли она лишней, если вдруг начнется атака какая-нибудь незапланированная, если вдруг распятие не сработает. Меня смущает, что я все еще не стала свидетелем паранормального явления, о чем я вам говорила, что это затянется надолго. Но давайте его... Майкл Андерсон, давайте его призывать, давайте его бесить. Полтергейсты обычно очень ранимы. Чё, потрогал? Так, ой, подожди-ка, не выкидывай. Давай кота, чё делать? Майкл! Я приношу тебе в жертву фото кота. Ну нет, так некрасиво. Ну нормально, нормально. Ладно, допустим. Где курсор? Ага. Прими эту жертву. Майкл Андерсон. Майкл Андерсон. Он поморгал, типа он меня услышал. Но он не знает, что я только начала. Прими эти туфли, Майкл Андерсон. Их можно носить в минуты, когда тебе грудь... Ну, блин, нет, мужчина, конечно, не будет носить туфли. Майкл Андерсон, дай мне знак. Майкл, надо свет выключить. Чё мы сидим-то? Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Ты злой. Ты знаешь, я сколько это все строила? Это, кстати, паранормально было. Ну ты вообще тварина, что ж ты делаешь-то? Что ж ты делаешь-то? Хватит дышать на моей свечке. Хватит дышать на свечке. Я все так красиво выставила. Тут как далеко улетела. Майкл Андерсон. Да выпендривалась. Получается, что так. Подвело меня распятие немножечко. Подвело, подвело. Он, видимо, из ванной вышел. Скорее всего. Подхватил меня. Ну, бывает, бывает и такое. Полтергейст, 15 баксов. Ауч! Еще и кость не нашла. Ну, зато мы развлеклись, посмотрели, как Полтер кидает предметы. На самом деле, это всегда весело, всегда зрелищно. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.